Здравствуйте, дамы и господа, с вами Владимир. Сегодня будет видео довольно-таки спорное, да? И предупреждаю всех вас, что то, что вы услышите, это теория коих тысячи. Ну что, хотите окунуться в мир неизведанного? Держитесь в своих креслах и досмотрите это видео до конца. Ибо сам итог для вас будет шокирующим. Готовы? Тогда поехали. Наверное, многие видели мои предыдущие видео о куполе, где я предполагал, что северное сияние или полярное сияние, также так называемый эффект Гала, это своего рода какое-то отражение или свечение, или просто природа, физическое свойство этого купола. Эффект Гала. Что это такое? Что предполагают ученые? Гала. От древнегреческого круг, диск, также аура, нимб, ореол. Оптический феномен. Светящееся кольцо вокруг источника света. Гала обычно появляется вокруг Солнца и Луны. Иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни или прожекторы. Существует множество типов гала, и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 километрах, в верхних слоях тропосферы. Но неплохое, конечно, объяснение, не правда ли? Вообще, в Википедии информации на эту тему мало. Но стоит отметить, что гала появляется на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего оно наблюдается в морозную погоду, в условиях повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца. Я вам специально сейчас к зачиту выложил несколько фото и видео, да, чтобы вы поняли, о чем идет речь, как все это сложно, чтобы именно вот так вот кристаллы отражали солнечный свет. Так вот, а вот сколько я видео с этим эффектом посмотрел, далеко они не все происходят в морозную и влажную погоду. Странно, не правда ли? И вообще меня интересует не только эффект Гала, а, например, такое явление, как второе солнце, или еще другие, которых множество непонятных явлений. И на них вы ответов не найдете. Да и вообще, что за странности такие в природе? Вот холодно, вот мороз и влага, а эффекта Гала нет. А вот сейчас тепло, и вообще нет никаких условий для якобы эффекта Гала, а он появляется на небе. От Нью-Йорка до Аляски, Сибири, Сочи и других городов, регионов, стран. Где погодные условия вообще разные? Кстати, эффект Гала вы легко можете свободно создать, взяв зажигалку и стеклянную посуду, похожую формой на купол. Просто подсветите снизу и увидите этот эффект. Вообще мало очень статей, посвященной этой теме. Вот кое-что я нашел, например, в Челябинске. Материал сайта Правда.ру. В прошлом феврале жители Челябинска могли наблюдать удивительное природное явление. Город озарило сразу три светила. В мире это называется эффект Гало. Такое может происходить из-за отражения солнечных лучей в частичках льда, которые образуются прямо в воздухе. Солнце и Луна, как основные и самые мощные источники света, отражаются в этих кристаллах, что и дает в итоге подобный эффект. И тут же пишется, но это официальное объяснение происходящего, есть и альтернативные теории. Например, представьте огромный купол, который находится недалеко от. Купол непрозрачный, и поэтому не можем узнать, что он скрывает, зато он отражает окружающую местность и практически сливается с ней.
Если не знать, что это он и есть, можно купол и не разглядеть. В результате, когда солнце светит на него, и получается тот самый эффект трех светил. Видите, не один я задумался над этой темой купола. Далее, на этом сайте немного не по теме, хотя это только на первый взгляд. Другой интересный эпизод произошел чуть ранее, 12 февраля 2015 года в Челябинске. В Челябинске выпал синий снег. Этот снег тает уже в помещении. Вот и по всем офисам у нас точно так же голубая вода. Был оранжевый вот снег, вот, но вот голубого еще не было. Причина такого природного явления никто объяснить не мог, ведь рядом нет никаких заводов, которые могут так окрасить осадки. Этот случай достаточно быстро замяли и, правда, так и не услышали. А что уж говорить о метеорите в Челябинске, помните, в 2013 году, который оказался вовсе не метеорит, и вышло много видео, на котором отчетливо видно, что его поражает какой-то объект, и после этого происходит взрыв. Синий снег и про якобы метеорит мы еще когда-нибудь коснемся. Но вот все-таки охота в эффекте Гала разобраться. А вы знаете, что эффект Гала также может наблюдаться и у уличных фонарей, и у прожекторов, я уже ранее упомянул. Интересно, не правда ли? Почему-то солнце вроде как на фонарь или прожектор не похоже. И находится оно якобы на расстоянии 149 миллионов 597 тысячи 870 километров и 691 метр. Вот как точно до метра рассчитали. Или просто позабавились. Почему я говорю это с иронией? А потому что Солнце, масса, кстати, которого составляет по официальным источником 99,86% от суммарной массы всей Солнечной системы, можете только себе представить, да, такую цифру? Это 332 940 масс земель вместо взятых. Вот ни хрена себе прожекторы, а эффекты похожи. Вообще, кроме эффекта Гала, на Земле множество разных световых эффектов. Например, есть и световые столбы. Это явление образуется, скорее всего, благодаря удивительному природному явлению, когда заходящее или восходящее светило озаряет перистые облака, а солнечный столб как бы привязывает их к Земле. Мне ничего не понятно, например, при чем здесь облака, ну да ладно, это тоже эффект Гала, кстати. Вот что пишут на сайте avisomworld.ru. Световые лучи врываются в атмосферу нашей планеты со скоростью, превышающую 300 тысяч километров в секунду. Столкнувшись с воздухом, они нередко образуют необычные оптические эффекты и иллюзии невероятной красоты, в том числе и световые столбы, толщина которых равна диаметру Солнца или другого породившего их светового источника. Сам по себе световой столб является довольно-таки распространенным вариантом Гала, оптического феномена вокруг источника света, и у людей, которые впервые видят такое взаимодействие ледяных кристаллов со светом небесных светил, часто возникает сомнение по поводу их природного происхождения. До того, так сильно они напоминают лучи прожектора. Это не я сказал, это написано на сайте. Так вот, одним из мест на нашей планете, где постоянно можно наблюдать за возникновением искусственных столбов, является Ниагарский водопад в зимнюю пору. Ледяные кристаллы, что возникают в тумане возле него, отражают свет от прожекторов, создавая тем самым хорошо видимый солнечный столб. Опять прожектор, да что ж такое. А вот вам несколько комментариев. Пишет Галина. И у нас в Красном селе, это под Санкт-Петербургом, вчера было
превеликое множество световых столбов розового и голубого цвета. Очень красиво. Народ высыпал на улице, думали, что это северное сияние. Аноним пишет: в Пермском крае везде эти столбы. По-моему, что-то от нас скрывает правительство. Человек задумался. Александр пишет: Сочи. Когда я увидел первый раз этот столб, думал, что он искусственного происхождения, как будто огромный прожектор освещал снизу. Вот тоже интересное, да? Замечание. А что же думали в прошлые давние времена? Вообще, это данное явление сеяло среди людей страх и панику из-за недостаточного развития науки. Ну, так считают ученые, да? Люди не знали, что их глазам открывается оптическая иллюзия, и считали гало недобрым знаком, особенно если оно сопровождалось паргелиями, это световые пятнами, внешне напоминающие Солнце и расположенными рядом с ним. Иногда появление гало становилось причиной для принятия важных политических решений. Одним из самых ярких примеров является отказ императора Карла V от осады Магдебурга в 1551 году. Увидев над городом гало сложными солнцами, он посчитал это символом небесной защиты осаждаваемых. А теперь помните, я вам начал зачитывать Коран в предыдущей части, где четко описывается про семь куполов. Так вот, чем вам не первый купол? Еще раз хочу подчеркнуть, дорогие уважаемые друзья, чтобы вы не истерили. Это всего лишь мое предположение. Не воспринимайте мои слова всерьез. Я всегда хочу это подчеркнуть. Это всего лишь теория, коих тысячи. Так вот, существует множество типов гало, и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 50 километров в верхних слоях тропосферы. Это я вам напоминаю. Теперь северное сияние, или полярное, или северное, как хотите называйте. 200-400 километров, это может быть второй купол, или третий, может быть пятый. А вот теперь держитесь. А может, ученые и не врут? И гало-эффект – это и правда ледяные кристаллы, а полярное сияние – это излучение атомарного кислорода, ионизированных молекул азота. А еще не забудьте про озоновый слой перед стратосферой. К чему я клоню? А вот к чему. Озон убивает бактерии, уничтожает споры бактерий, разрушает вирусы, убивает грибковые паразиты, уничтожает одноклеточных паразитов. Тоже можно сказать частично и о кислороде. А в спектре полярных сияний Земли наиболее интенсивно излучение основных компонентов атмосферы – это азота и кислорода. А это два главных убийцы всех микроорганизмов. В мире уже давно признано, что озон является самым экологичным, чистым, эффективным. Он по своим антибактериальным свойствам в 6 раз эффективнее ультрафиолетовых лучей и в 3000 раз сильнее хлора. В современной жизни озон не только широко применяется для очистки воздуха, обработки воды, но и в области детоксикации и для лучшей сохранности овощей и фруктов. При озонировании разрушаются практически все органически вредные вещества. Что мы знаем об озоне? То, что его ароматом наполнен воздух после грозы. Вот, кстати, про грозу тоже надо будет покопать. Что это такое за интересное явление? Полностью ли оно природное, да? Также озон – это один из важнейших газов атмосферы, который защищает нас от жесткого ультрафиолетового излучения. Тоже относится и к кислороду. Вся история про озоновые дыры как-то подзабылась. Помните, нас грузили про это? А потом вдруг я слышу, что озоновые дыры стали зарастать. Или типа куда-то пропали. И, короче, это стало просто неактуально. Основная масса озона в атмосфере расположена на высоте от 10 до 50 километров с максимальной концентрацией на высоте 20-25 километров.
Этот самый слой называется озоносферой. Озоносфера отражает негативное ультрафиолетовое излучение и защищает якобы живые организмы от губительного действия радиации. Это нам говорят. А может, этот озоновый слой защищает не нас, а от нас? Все 7 слоев – это защита от вирусов, бактерий и микробов. Мы в карантине. На Земле было выделено место типа отработанного карьера. Признайтесь, не самое лучшее место, да? До того здесь была другая жизнь, сильно отличающаяся от нынешней природы. Получается, мы все заражены? Защищают не нас, а от нас. Мы находимся 1000 лет в этом карантине, защищенные 7 куполами, про которые описывает религиозная литература. Мы находимся в огромном человеканариуме с искусственным солнцем, прожектором, от которого, кстати, мы обгораем так, что облезает кожа. Может, потому, что мы не с этой планеты, ведь эта сила гравитации тоже настроена не на человека. Мы ее плохо переносим. Отсюда всякие заболевания спины и опорно-двигательного аппарата. Даже женщины получают колоссальные боли при рождении, хотя другие животные не испытывают такого. Мы здесь гости. Наш организм лучше воспринимает сутки из 25 часов, это подтверждено. Человеку для нормальной жизни не хватает примерно 60 минут в сутки, так считает российский специалист в области космической биологии и биоритмологии Александр Липатов. В чем же дело? А в том, что мы не дома. Может, потому мы так наплевательски относимся к этой Земле, к этой природе, потому как мы в глубине души осознаем, что это не наш, не наш, дом, не наш, дом, не наш. Дом. А вот они, 7 куполов Корана. Небо состоит из 7 куполов, наложенных друг на друга, слоем за слоем. Диск Земли является основой этих куполов. Можете посмотреть сейчас на вот этом рисунке. Он сотворил их 7 небесами за 2 дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его. Таково предопределение могущественного, знающего, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Это 5. А еще озоновый слой и что-то похожее на северное сияние. Вернее, слой, который мы называем северным сиянием. Ровно 7. А вот теперь посмотрите характеристики слоев. Термосфера плюс 1500 градусов. Воздух разряжен, сильно ионизирован. 1500 градусов. Мезосфера. Давление меньше в 200 раз. Ни одна гадина не проскочит. И озон покруче хлора. Помните фильм «Война миров»? Именно микробы и бактерии уничтожили сверхцивилизацию захватчиков. Эти микроорганизмы, которым у нас уже выработался иммунитет, уничтожат любое существо, пришедшее сюда из другого мира. Съедят его заживо. Кто занес этот вирус? Искусственно ли его занесли или нас заразили? А может, мы эксперимент, как мыши подопытные, или просто развлечение? А может, эти купола защищают нас? Но что-то не верится. Кто захочет попадать, судя по всему, в выработанный карьер? Мне на почту очень часто приходят письма тех людей, которые побывали, якобы побывали, или встречались с инопланетянами. Несколько людей мне писало, что над ними проводились какие-то эксперименты. Одна женщина, в частности, писала, что ее похитили, ну или как добровольно пригласили в космический корабль, так называемые нордические пришельцы, да, которые находились на Земле именно в скафандрах, защитных скафандрах. Почему они находились в защитных скафандрах? Может, наша атмосфера для них губительна? Так вот, над ней проводились эксперименты, опыты. А может, в ней брались просто анализы? Заметьте, на всех иконах святые тоже изображены
своеобразных скафандров или своеобразное свечение. Может, даже скафандры не являются какими-то физическими, там, стеклянными или из какого-то материала, а может, просто энергетическая какая-то своеобразная оболочка, которая не дает проникнуть микробам. Это тоже наводит на определенные размышления. Физический и духовный ад. Под управлением. А кто же им управляет? Говорят, у него несколько имен. Он держит ключики от этой тюрьмы карантина. Демогоргон, Эмао, Хаварим, Лилит, Локи, Пака, Самну, Сет, Шайтан, Сатана, Люцифер и, наконец, Дьявол. У него множество имен. Его знают во всех народах мира. Даже сам Иисус Христос назвал Сатану правителем этого мира и нес истину. Вот он как раз и держит ключики от этой тюрьмы карантина. Ведь ему поклоняются все правители всего мира. В надежде, наверное, выйти из этого ада, я не знаю. Вы не верите, что ему поклоняются все правители мира? Ну так посмотрите это видео, вот эти фото. Я сейчас немножко помолчу. Это представление было организовано по случаю открытия туннеля в Швейцарии. Мне кажется, на этих видео все видно, кому оно посвящено. А это символ Единой России, нашей партии. Можно сказать, что это случайность, что он похож на козла. Но, как я говорил, случайности не бывает. Но это была лишь одна из версий физического плана. Есть и другая версия на уровне информации, души, то есть своеобразного информационного поля, духовного плана. То есть люди были заражены не только телом, но и душа была их заражена, чтобы душа не смогла переродиться на своей родной планете. Но эту версию вы увидите во второй части под названием «Карантин». Просто хочу сказать, что она будет называться «Коллективный разум. Созданная реальность». Это будет, наверное, самая крутая версия из ранее мною приводимых. Соглашусь, то, что я вам сейчас все зачитал, это все сыро. Но, согласитесь, это интересно. Еще раз говорю, не воспринимайте это все всерьез. Это просто мои безумные мысли. А с вами был Владимир. Держитесь и будьте добрее к себе и окружающим. Если сосчитать всех живых существ на Земле, включая бактерий, то вирусов будет больше, чем всех остальных вместе взятых. Хотя далеко не все ученые считают вирусы живыми. Вирус – это такой мешочек с белками, который может лежать себе в сторонке много-много лет, не подавая никаких признаков жизни. И вдруг, в какой-то момент, случайно прилепившись к нижней поверхности, срабатывает механизм внедрения. Вирус как шприц впрыскивает содержимое своего ДНК в подходящую бактерию. И уже внутри вирус начинает делать множество своих копий, то есть он работает как принтер. Свои детали он печатает по примерам, а сбор происходит уже внутри клетки. Готовый вирус к сбору выходит и захватывает новые объекты. Это малюсенькие многоножки около миллиметра длиной. И псевдоскорпион, крохотная копия скорпиона. На следующем уровне, который мельче этого еще в 10 раз, самыми многочисленными существами являются клещи, тысячи разных видов, миллионы особей. Многие клещи питаются грязью и грибком, но это полноценный мир в миниатюре. Здесь, как и в нашем мире, существуют охотники и дичи. Здешние охотники ужасны. Они вооружены такими мощными челюстями, что могут охотиться на клещей своего размера. Поскольку в лишайнике притаились хищники вроде этих, некоторые клещи используют маскировку. У этого клеща на спинке волосики, которым он прицепляет разный мусор, чтобы походить на обыкновенную сорину.
Приветствую всех на своем канале, с вами Владимир. И я сегодня затрону тему границ нашего мира. На самом деле это видео является продолжением моего фильма «Коллективный разум. Созданная реальность. Карантин. Часть вторая». Есть также и первое видео, но все эти мои фильмы имеют разный смысл и разную теорию. Так вот, и в третьей части теории, которую я вам сегодня представлю, несколько будет отличаться от предыдущих. Но я попробую все-таки объединить их в одно звено, в одну концепцию. И, конечно же, выдать еще более фантастический и, казалось бы, невероятный материал, который на самом деле может являться не таким и уж фантастическим. Представим абсолютно белую комнату. Это комната без стен и потолка. Размер ее настолько велик, что он равен бесконечности. Как такое может быть, спросите вы? А потому что никто не придумал законов физики, и в ней нет ограничений. В ней нет стен и потолка. Для того, чтобы они в ней появились, вам нужно их придумать. Но чтобы их придумать, вам сначала нужно придумать материал, из которого они будут построены. Для того, чтобы придумать материал, вам нужна информация. Это можно сравнить с компьютерным программированием. Вам нужен исходный код. Но как построить из белого пространства что-то и почему именно белая комната? Помните, раньше были черно-белые фильмы и черно-белые фотографии? Черно-белый цвет – это как два короля цвета. Смотришь на черно-белые фото и складывается такое впечатление, что мир тогда тоже был черно-белый. Но это, конечно же, не так, потому как живописцы давно научились рисовать цветные картины и передавать нам все краски тех времен. Помнится, я недавно шел около магазина электроники, и там стоял топовый телевизор. За много сотен тысяч рублей. Наверное, самый крутой, самая топовая модель. Через Blu-ray он передавал картинку на монитор. И знаете, я понял, эта картинка намного ярче и насыщеннее, чем в реальном мире. Нет в реальном мире таких цветов, такой яркости. А многие люди, практикующие осознанные сновидения, говорят, что там мир намного ярче и цвета там намного насыщеннее. И ты начинаешь задумываться, а где он, настоящий мир? Помните, я во второй части вам говорил, что наша мысль материальна, и это даже было подтверждено несколькими экспериментами, и то, что мы влияем на нашу реальность своими мыслями. Так вот, сегодня я пойду еще дальше. Я буду отталкиваться от реальных экспериментов и логических выводов. В последние годы было проведено два эксперимента по исследованию свободы воли человека, которые своими результатами ошеломили научную общественность. Но по каким-то странным причинам не получили широкой огласки в мире. Не кажется ли это вам странным? Так вот, первый принадлежит американцу Бенджамину Либету. Эксперимент был проведен в 1973 году и принес нейробиологу мировую славу. Эксперимент заключается в следующем. Перед человеком ставили циферблат с вращающимся огоньком. К участкам мозга испытуемого и его запястьям подключались датчики. Во время принятия решения пошевелить рукой с подсоединенным датчиком, человек должен был запомнить число, на котором остановился огонек. Сразу после принятия решения испытуемый шевелил кистью. В это время прикрепленные к мозгу датчики фиксировали потенциал готовности, а приборы регистрировали время каждого действия. В итоге приборы показали неожиданную последовательность событий. Первым появляется потенциал готовности. Через 350 миллисекунд сознательно принималось решение пошевелить рукой, а через еще 100 миллисекунд фиксировался сигнал от руки. В серии других опытов Либет выявил задержку между принятием решения и действием в одну секунду. Но без ответа оставался главный вопрос. Что же происходит в этот временной промежуток? Еще более интересными оказались результаты опыта немецких ученых, опубликованных в журнале Nature Neuroscience 13 апреля 2008 года. После этого вся пресса пестрила заголовками, что теперь ученые могут читать наши мысли, а результаты были действительно сенсационными. Исследователи во главе с профессором Джоном Диланом Хайнесом провели эксперимент,
чтобы определить, каким образом человек принимает решения. В итоге оказалось, что активация деятельности коры головного мозга происходила аж за целых 6 секунд до того, как человек принимал конкретное решение. То есть за 6 секунд до того, как человек осознанно принимал решение. Возникает логический вопрос, является ли человек хозяином своих мыслей. Исследователь-нейробиолог Дигениус Ван Руллер говорит, часть нашего мозга может работать как телевизионный приемник и передатчик, а другая часть может обрабатывать и оценивать информацию. Так представим себе, гипотетически, конечно, что где-то есть огромный компьютер, который отсылает нам информацию в мозг. Наш мозг ее обрабатывает, мы получаем на выходе то, что мы видим. Например, мозг улитки содержит от 50 до 100 нейронов, пчелы 10 тысяч нейронов, собаки 10 миллионов, у человека 100 миллиардов. Улитка в силу своего примитивного мозга не может принять сложную информацию. Она не может увидеть, например, автомобиль. Нет, конечно, органами чувств она может его почувствовать, ощутить, но она не поймет, что это автомобиль. К этой теории можно отнести все непонятное и неопознанное, мистическое для человека. Например, мы видим грозу или эффект Гала, или неопознанный объект в небе. Видео таких в Ютубе предостаточно. Но как и улитка, мы не можем понять, как это действует. Нет, конечно, мы дали объяснение каким-то природным аномалиям, свое название и объяснение. А на которых мы не нашли объяснения, решили договориться, что это типа не происходит. Да что там улитка? Индейцы не видели приближающихся кораблей Колумба, так как не имели знания о том, что такое может быть. Увиденное не соответствовало образам и руслу мышления индейцев. Мозг не смог распознать образ корабля. Этого образа нет в голове индейца. Значит, и нет корабля. Индейцы не видели кораблей Колумба. Шаман стал замечать рябь на поверхности океана. Он смотрел и думал о том, что вызывало такую реакцию воды. Каждый день он выходил на берег и смотрел вдаль. И спустя некоторое время он смог увидеть корабли. И как только он увидел корабли, он рассказал о том, что он увидел другим индейцам, и другие увидели корабли. Первобытный человек впервые увидел летящий самолет и отождествил его с птицей. И так как у него нет знаний о крыльях, двигателе, фюзеляже, он будет видеть этот самолет не так, как мы. Он будет видеть перья, видеть клюв, глаза и когти птицы. То есть то, что ему знакомо, а не то, что есть на самом деле. Его видение соответствует его знаниям и образам, заложенным в голове. Стоит отметить, что индейцы, как и животные, видят, например, места силы или места смерти, что нам недоступно. Наш мозг является не просто транслятором, но и ретранслятором. Шаман быстро был подключен к общей матрице, и через него были подключены все его соплеменники. Так вот, я далеко на первый взгляд отошел от темы, но это не так. Какая граница мира должна быть на ваш взгляд? На мой взгляд, это какое-то белое пространство, пустота без предметов, там нет цветов и запахов, и там может быть холодно. Почему холодно, спросите вы? Здесь тоже можно найти свое объяснение. Вообще, абсолютный ноль – это температура 273,15 градусов Цельсия. И когда эту величину вводили, считалось, что ниже ничего не может быть. Так вот, 21 июля 1983 года на советской антарктической станции «Восток», расположенной в Восточной Антарктиде, была зарегистрирована температура 89,2 градусов по Цельсию, ниже нуля. На данный момент это абсолютный планетарный минимум температуры воздуха за всю историю инструментальных метеонаблюдений. А что такое низкая температура? Это смерть для всего живого. При такой температуре ничего не вырастет. То есть там, по сути, нет жизни. Хоть миллиард человек будут думать о яблоне, при такой температуре она не вырастет, потому что это закон. Это физический закон в общей парадигме матрицы.
89 градусов по Цельсию, как близко это к абсолютному нулю? Ну вы скажете, ну и что тут такого? 273 градуса – это разве много? Для примера, это поразительно, но самая высокая температура во Вселенной в 10 триллионов градусов по Цельсию была получена искусственным путем на Земле Швейцарии при эксперименте на Большом андроидном коллайдере. Просто представьте термометр со шкалами вниз минус 273 градуса, а вверх 10 триллионов. Это поразительно. Вы понимаете, куда я клоню? Как близка температура в Антарктиде к абсолютному нулю? Абсолютный ноль – это 273 градуса по Цельсию. А это ноль, то есть ничего нет. А теперь про белый цвет и состав Антарктиды, из чего она состоит. Белый – это тоже своего рода ноль среди цветов. Человек, долго находясь в горах, начинает слепнуть, смотря на все это белое великолепие, потому что мозг стопорит. Антарктида – это своеобразный конец матрицы, финиш, интер. Но там есть вода. Ведь снег – это тоже вода, только замерзшая. Как говорят, если есть вода, значит есть жизнь. Только ее нужно разморозить. Сам человек состоит из 80% из воды. Без воды нет жизни на нашей Земле. Так вот, как это похоже на конец игры, границу нашего мира. Но есть любопытное событие, которое произошло совсем недавно. На карте Северный Ледовитый океан тоже был покрыт белыми льдами. Но вдруг СМИ заявили, что несколько стран собираются качать нефть, ставить свои базы, открывать морские пути, добывать рыбу и еще бог весть что. И о магия, Северный полюс превратился на карте в Северно-Ледовитый океан. Там зародилась жизнь. Нет, он и раньше там был, Северно-Ледовитый океан, но на карте это было обозначено так же, как в Антарктиде. А сейчас там просто океан. Там зародилась жизнь. Мы разморозили эту территорию. А вот теперь, когда меня начинают спрашивать о Земле, какая она, плоская, круглая, я и не знаю, что ответить. Она может быть бесконечной, потому что наш мирок окружает бесконечная белая холодная пустота. И где ее границы, я не знаю. Это может быть и правду ледяной барьер, а может кругом бесконечная холодная пустота, без границ. Также это определение отлично подходит под версию, что наш мир – виртуальная реальность. Вокруг один белый цвет, никаких живых существ и растений. Система меньше грузится. Помните 13 этаж, когда главный герой помчался на автомобиле границы нашего мира? Что он там увидел? По сути ничего. Первый слой компьютерной графики, опорную сетку, основу, так сказать, конец матрицы. Кстати, некоторые специалисты заметили, что похожие рисунки сетки можно увидеть, например, в Якутии, где леса, которым, кстати, не более 200 лет, расчерчены как по линейке, по типу первого слоя компьютерной графики, опорной сетки. И если подняться на большую высоту, то Земля практически вся расчерчена по этому шаблону, где не успел человек внести свои изменения. Кому под силу расчертить поверхность планеты? Знаменитые автострады США и Австралии не требовали предварительной подгонки при строительстве, потому что все геодезические работы были выполнены уже давно до них. Строителям оставалось только положить на готовую разметку насыпи, а сверху асфальт или железнодорожное полотно по желанию. Границы мира из ледяного барьера идеально подходят под все теории, и они также подходят под мою версию, что наша территория на Земле является карантином. То есть сверху 7 слоев защиты, а снизу ужасный холод, ледяной барьер, ни одна бактерия не пролезет. Вроде разные теории, но каким-то образом они неплохо дополняют друг друга. Есть еще одна странность. Это огромная разница температур на нашем гипотетическом шарике. Смотрите, ближе всего Антарктида расположена к Южной Америке, от которой она отделена проливом Дрейка на расстояние всего 960 километров, до Австралии 2575 километров,
до Африки 3700 километров. Средняя температура в Южной Америке в течение года практически не изменяется. Тут постоянно жарко, выше 20-25 градусов. Проведите эксперимент. Возьмите шарик и поставьте его над обычной лампой. Насколько будет отличаться температура в разных частях этого шара? Если даже его будет окружать холод, то разница будет несущественной. Но на нашей Земле эта разница колоссальна. Странно, не правда ли? Очень непонятно, как это происходит. Конечно, есть научное объяснение. Оно звучит вот так. Самые холодные области на Земле – это полюса. На полюсах Земли холодно потому, что солнечные лучи попадают туда не отвесно, а косо. А солнечный луч греет тем сильнее, чем отвеснее он попадает на Землю. На полюсах солнечные лучи как бы скользят по Земле и поэтому не греют. Но, как говорится, можете засунуть эту теорию куда подальше. Еще раз, 960 километров отделяет расстояние Южной Америки до Антарктиды. Это меньше, чем от Астрахани до Москвы. А разница температур просто колоссальная. Также в Антарктиде не выпадают осадки. Все похоже на то, что есть несколько искусственных обогревателей. Видели, наверное, феномен второго солнца? Своеобразная огромная климатическая установка. Ну чем вам не террариум, или аквариум, или человеконариум? Ну а теперь кое о каких странностях и аномалиях. Первое, меня заинтересовала катастрофа ДС-10 в Антарктиде. Авиационная катастрофа, произошедшая 28 ноября 1979 года. Авиалайнер Douglas DC-1030 новозеландских авиакомпаний Air New Zealand, выполняя экскурсионный рейд ТЭ-901 по маршруту Окленд-Крайстчерч-Окленд через Антарктиду, врезался в склон горы, погибли все, находившиеся на борту 257 человек. Первоначальное расследование причин катастрофы показало, что катастрофа произошла из-за ошибки пилота. По общим требованиям была создана специальная комиссия, занимавшаяся углубленным расследованием. Окончательной причиной катастрофы был назван неверный план полета, в результате которого самолет сбился с курса и столкнулся с Эребусом, находившимся в 44 километрах к востоку от западного маршрута. Самое интересное, что все пилоты были опытные. Главный пилот, 45-летний пилот Томас Джон Коллинз, налетал 11 тысяч часов. Но есть одно замечание. Это был их первый рейс в Антарктиду. Может, чего не знали? Невидимая стена появилась перед ними. Так вот, начиная с 1835 года, там постоянно погибают люди. Не буду всех перечислять. Их список просто огромен, но кое о каких рассказать нужно. Сразу скажу, это официальные сведения, они не взяты с канала РЕН-ТВ и с желтых газет, и все задокументировано. На станции «Восток-27», где начальником был Петр Астахов, возник пожар в дизельном отделении. Станция была открыта в 1957 году. Станционный дизель всегда работал безукоризненно. Но 12 апреля наши зимовщики увидели двойное солнце, что всегда считалось плохой приметой, а ночью начался пожар. 20 советских полярников и буровиков самоотверженно боролись с быстро распространившимся огнем. Ведь опасность пожара в дизельной состояла не только в том, что рядом с сооружением находилось более 300 тонн солярки и более 500 килограммов неизвестной военной аппаратуры, которую под присмотром Рьянова, но оставшегося безымянным капитан-лейтенанта, загрузили на борт перед плаванием в Антарктиду. Над зимовщиками нависла угроза остаться без тепла в условиях 70-градусных морозов. Более того, из-за отсутствия электропитания советские полярники остались без радиостанции. Однажды, сразу после окончания антарктической зимы, советские полярники вновь увидели двойное солнце, а ночью новый пожар на дизельной станции. На этот раз никто не погиб. Вскоре за зимовщиками пришел теплоход «Башкирия», и станция «Восток-27» была эвакуирована. В конце 1980-х годов со станции «Дружная» на станцию «Мирный» не долетел советский Ил-14. Во время урагана самолет исчез. Просто исчез целый самолет. 12 июня 1965 года исчез 26-летний американский геофизик Карл Диш.
21 октября 1965 года в 20-50 милях от английской станции Халли-Бэй исчезли три английских ученых. 3 августа 1960 года на антарктической станции Мирный погибла бригада советских аэрологов, а также чешский и немецкий полярник. Зимой 1914 года английское судно «Эндевер» произвело смену зимовщиков на острове Макуори и 3 декабря в густом тумане покинуло берег. С тех пор о судне с 21 зимовщиком на борту ничего не было слышно. Оно исчезло бесследно. Через год, в декабре 1915 года, злополучная станция была закрыта, а новую станцию австралийцы открыли почти через 35 лет, в марте 1949 года. 30 декабря 1946 года самолет американских ВВС наткнулся на непонятное препятствие, попал в зону так называемой «белой тьмы», при которой не было видно даже признаков горизонта. Все погибли. И это просто мизерная часть, что я вам сказал. Границы нашего мира. Карантин. Ледяная бесконечность. Часть четвертая. Продолжение. В Антарктиде есть церквушка Святой Троицы, где попеременно служат монахи из Троицы Сергиевой Лавры. На каждой литургии они поминают имена погибших. За 60 лет существования российской антарктической экспедиции 78 человек нашли свое последнее пристанище на ледовом материке. И я считаю, это очень много. А если учитывать, что это официальная информация, то в реале народу здесь полегло еще больше. Человек стоит в абсолютно белой комнате. Но произошло подключение мозга к основному компьютеру. Мозг начинает обрабатывать информацию, и появляются стены и потолок этой комнаты, цвета и растения, животный мир. Мы подключились к матрице. Матрица имеет свои границы, и она заканчивается как раз на границах Северного полюса и Антарктиды, которая по сути своей является одним целым, одним ледяным ограждением. Там нет практически никакой жизни. Вернее, она есть там, только в замороженном виде. Ведь вода – это же жизнь. Но эта жизнь может превратиться и в смерть. Ледниковый покров содержит около 80% всех пресных вод планеты. Если он полностью растает, уровень мирового океана повысится почти на 60 метров. Вспомним всем известную историю про всемирный потоп, которая широко распространена в мифологических представлениях народов мира и в ряде религиозных текстов. Легенда о широкомасштабном наводнении, которое якобы стало причиной гибели почти всех людей. Кто-то нажал кнопку «Game Over», и вся цивилизация была уничтожена, а на развалинах новой цивилизации появилась другая. Игра снова запущена. Согласно шумеро-аккадскому космологическому эпосу Инума Элиш, Тиамат смешала свои воды с Апсу, тем самым дав начало миру. Неплохо придумано, не правда ли? Вода является как жизнью на Земле, так и смертью. Наш мир мне напоминает компьютерную стратегию. Начинается все с малого. Сначала появляется несколько людей. Это мужчина и женщина. Они рожают детей, строят первую избушку, но со временем появляется деревня. И так по возрастающей. И уже через какое-то количество лет возвышаются небоскребы. Но любая игра имеет конец. Также игру можно и расширить. Это как альтернатива конца. Когда человек имеет развитие, выходящее за рамки данной территории, когда он начинает придумывать технические средства доставки человека на другие планеты, то здесь два варианта. Или игра должна быть расширена, или цивилизация должна быть уничтожена. Какой выберут для нас вариант, мне неизвестно. Но человечество стоит на пороге, когда
нам уже не хватает той территории, на которой мы находимся. В свое время индейцы вели скучную жизнь на американском континенте. Ну, конечно, скучная будет в кавычках. Но тут приплыл Колумб, и у них началась веселая жизнь. Индейские племена даже и представить себе не могли, что где-то за этой голубой бесконечностью может быть жизнь. Я имею в виду, конечно, океан. Как считают скандинавы, вначале была пустота Гинунгагап. К северу от нее был замерзший мир мрака – Нифльхейм, а на юге лежала огромная раскаленная страна – Муспельхейм. От такого соседства постепенно мировая пустота Гинунгагап заполнилась ядовитым инеем, который стал таять и превратился в злого неистового великана Ймира. Ймир был предком всех великих морозов. Затем Ймир заснул. Пока он спал, пот, капающий у него из подмышек, превратился в мужчину и женщину, а пот, капающий с ног, еще в одного мужчину. Вроде бы бред, но раньше в разных народных сказаниях очень четко прослеживаются два события. Это всемирный потоп, упомянутый мною ранее, и очень тесная связь человека с водой. И если вспомнить, что человек состоит из 80% из воды, это воспринимается вполне логично. Каждый народ описывает свое видение создания этого мира, исходя из своих рамок, своего видения и мировоззрения. Сколько открыто информации для определенной ячейки людей, то он и видит, так он это и воспринимает. Я думаю, что именно мы сейчас все ближе подбираемся к познанию этого мира. Совершенствуя компьютерные технологии, мы начинаем понимать непонятные нам до этого процессы. Но, конечно же, далеко не все. И это тоже может быть заблуждение, потому что я нахожусь в своих рамках и пытаюсь понять этот мир, исходя из своего видения. Но рамки же есть, и я владею только той информацией, которую я могу понять, а точнее, которую мне позволено взять, исходя из той реальности, которая меня окружает. Индейцы видели океан, скандинавы – ледяную и снежную равнину. Они видели именно это и строили свою концепцию, именно отталкиваясь на своем видении. Есть люди, огороженные территорией, назовем ее ледяной пустотой. Температурные, визуальные и жизненные показатели находятся близко к нулю. Там практически ничего нет. Наша реальность там заканчивается. Но удивительно, что там вроде ничего нет. И делать там, по сути-то, нечего. Но эта самая Антарктида, например, притягивает всяких персонажей из мировой истории. Ну, например, таких как Гитлер. Есть даже такая версия, что американский флот был атакован НЛО. Слышали про такую? Если коротко. В 1945 году, когда капитаны двух интернированных в аргентинских портах нацистских субмарин сообщили принявшим их американским спецслужбам, что в конце войны они якобы выполняли какие-то спецрейсы по снабжению гитлеровской Шангри-Ли, таинственной базы нацистов в Антарктиде. Американцы решили отправиться на поиски этой самой базы, которую сами немцы называли Новой Швабией. Целый флот во главе с самым компетентным своим полярным исследователем, контр-адмиралом Ричардом Бердом, были атакованы НЛО. Это странные летающие тарелки, которые выныривали прямо из-под воды и двигались с огромной скоростью. Они нанесли экспедиции значительный урон. Что это? Очередная утка или правда? Белая пустота несет в себе много загадок. А может, за ней начинается другая матрица? Другая реальность? Как знать? А может, там вечная белая бесконечность? Или вход в другой мир, в другую реальность, в другую игру? А может, это ограждение нашего мира, нашего питомника.
или заповедника. Карантина, тюрьмы, ячейки, и называйте, как хотите, я не буду делать окончательный вывод, потому как мне интересно еще покопаться в этой теме, надеюсь, вам тоже. Наверное, меня спросят, а при чем здесь коллективный разум, виртуальная реальность и ледяной барьер? Ну, кто так и не понял, я объясняю. В любой игре есть граница, где кончается виртуальная реальность. И как она должна выглядеть, никто не знает. Ну очень уж эта белая холодная пустота похожа на нее. По одной из догадок, неведомый программист принадлежит к могущественному и неизвестному клану инопланетной сверхцивилизации. В религии его называют Бог. Он создал существ по образу и подобию своему и наблюдает за нами. Как он нас создал, только ему известно. Это может быть синтез виртуального мира с материальным. Мы просто пока еще не открыли эту теорию. Главная проблема может состоять в том, что мы еще не можем даже вообразить, как это работает. Это и понятно. Наш мозг не способен уловить волны такой частоты. А все из-за того, что он ограничен. Так вот, представим, что вы попали всего на 200 лет назад, и вы хотите описать человеку из прошлого современный мир. Вы ему говорите, что у нас в будущем есть прибор под названием сотовый телефон, который не больше человеческой ладони. Вы можете с ним общаться с любым человеком в мире, независимо где он находится. Мало того, вы можете его видеть через маленький экран того человека, с кем вы разговариваете. Этот прибор также имеет функции конвертера, калькулятора, будильника, календаря, секундомера, часов, справочника, радиоприемника, фото- и видеокамеры, диктофона, MP3-плеера, Bluetooth, телевизора. Вы также можете скачать любое приложение или программу и использовать его, ну я не знаю, например, в качестве измерителя высоты, компаса, навигатора или просто играть в игры. Да, еще очень приятная функция – фонарик. Человек из прошлого в лучшем случае подумает, что вы фантазер, но скорее всего он нас вообще просто не поймет и подумает, что вы сумасшедший и несете дьявольщину. А вы ему просто описывали обычный телефон, а есть вещи куда покруче. К чему я вам это говорю? Кто пытается понять или объяснить, как устроен наш мир, ему тяжело, не имея определенных знаний. Мы можем просто фантазировать по типу сказочников или фантастов. Помните, как я вам рассказывал про то, что фантасты часто попадают в цель, предсказывая будущее изобретения, начиная от лазера и компакт-диска, ну, кончая, например, телевизором и роботом. Как Антарктида идеально подходит для конца этого мира, для ледяного барьера, для ограждения нашего мира. Первое – это жуткий холод. Очень мало желающих посетить ее, а уж тем более там жить. Но, наверное, есть множество людей, которые перелетели этот ледяной материк. А вот и нет. В основном они заканчивались трагично. Конечно, есть якобы успешные перелеты через Антарктиду и Северный полюс. Но они все осуществляются или вдоль этого материка, или просто могут быть информационным вбросом. Но давайте я вам расскажу про некоторые особенности и странности Антарктиды. Вот совсем недавно некий Джозеф Скиппер, известный виртуальный археолог из США, обычно он копает на Марсе и на Луне, рассматривая фотографии, переданные оттуда космическими аппаратами и выложенные на официальных сайтах НАСА и других космических агентств. Он находит много удивительного, того, что резко выпадает из традиционных представлений. На сей раз археолог заинтересовался Землей, а конкретно Антарктидой, и нашел там сразу три странности – тарелку, озера и вход. Я прошел по следам Скиппера и нашел все обнаруженные объекты, их координаты известны. Они хорошо видны на спутниковых снимках Антарктиды, выложенные на сайте Google Земля. Вот по мнению Скиппера, на ледовом континенте существует целый подземный город, и доказательством этого являются озера с жидкой водой среди льдов Антарктиды, а также огромный ход, расположенный на ледовом континенте. Но кто же мог построить все это в условиях страшного холода? Ответ на этот вопрос, по убеждению Скиппера, дает его третья находка. Это огромная летающая тарелка, которая, возможно, принадлежит инопланетянам. Не знаю, верить или нет этому, к версии про НЛО я отнесусь скептически. А вот про вход, который, кстати, в ширину более 10 метров, я отнесся с большим интересом. Этих проходов под куполом на самом деле не так уж много. И это может быть один из них.
Но это инфа из области догадок и в стиле мирового заговора. А что нам говорит официальная пропаганда? И тут много тоже интересного. Вот, например, на Антарктиде нет правительства, и ни одна страна мира не владеет этим континентом, несмотря на то, что многие страны пытались получить право собственности на эти земли. Было достигнуто согласие, которое предоставляет Антарктиде привилегию остаться единственным регионом на Земле, который не управляется ни одной страной. В результате секретных переговоров 1 декабря 1959 года 12 стран заключили договор об Антарктиде, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды и использование его в исключительно мирных целях. На сегодняшний день участницами договора являются уже более 50 стран. Это единственный континент без часовых поясов. Научные сообщества в Антарктиде, как правило, придерживаются времени, которое связано с их родной землей, либо сверяют время в соответствии с линией поставки, которая снабжает их едой и важными вещами. Здесь вы можете пройти все 24 часовых пояса за несколько секунд. Неплохо, не правда ли? Материк, который не принадлежит никому и на котором, по сути, нет времени. Также Антарктида – самое сухое место на Земле, а точнее расположенные здесь сухие долины Макмердо, некоторые районы которых не видели дожди или снега уже 2 миллиона лет. Также 99% Антарктиды покрыты льдом. Ледниковый покров континента часто называют ледяным щитом. Ну и еще неприятное известие – это то, что 270 человек погибло с момента открытия Антарктиды, и это по официальным источникам. Также на континенте строго воспрещена установка военных объектов и атомных энергетических установок. В Антарктиде можно наблюдать такое явление, как перламутровые облака. Такое случается при падении температуры до 73 градусов Цельсия ниже нуля. Больше вы такого нигде не сможете увидеть. А вот в 1831 году английский исследователь и полярник Джеймс Кларк Росс открыл северный магнитный полюс Земли. А через 10 лет после этого, в 1841 году, он пошел в антарктическую экспедицию. Перед ним стояла задача найти южный магнитный полюс. Когда он прошел через паковый лед, то и увидел ледяную стену, растянувшуюся на 600 километров по морю. Я не знаю, что подумал и почувствовал Джеймс Кларк Росс, когда увидел перед собой бесконечный барьер из снега и льда. Могу только себе это представить. Если вы смотрели сериал «Игра престолов», то помните огромную ледяную стену. Мне кажется, что барьер Росса выглядит примерно так же. Позже этот ледник и море назвали его именем. А может, это вообще был так называемый первый рубеж. А впереди ждет еще один рубеж, несколько больше. Такой рубеж, что по сравнению с ним огромная стена из «Игры престолов» покажется маленькой оградкой. А с вами был Владимир. До следующих встреч. Пока. Если сосчитать всех живых существ на Земле, включая бактерий, то вирусов будет больше, чем всех остальных вместе взятых. Хотя далеко не все ученые считают вирусы живыми. Вирусы – это такой мешочек с белками, который может лежать себе в сторонке много-много лет, не подавая никаких признаков жизни. И вдруг, в какой-то момент, случайно прилепившись к нижней поверхности, срабатывает механизм внедрения. Вирус как шприц впрыскивает движимое своего ДНК в подходящую бактерию. И уже внутри вирус начинает делать множество своих копий, то есть он работает как спринтер. В своей детали запечатать подчинение, а сбор происходит уже внутри клетки. Готовый вирус к сбору выходит и захватывает новые объекты. Здравствуйте, друзья! С вами Владимир. Я не случайно начал свое видео с вырезанного последнего кусочка моего видео «Купол над землей. Карантин. Первая часть. Период изоляции». Как некоторые даже не поняли мой посыл, отправленный вам. Сегодня моя тема будет посвящена вирусам. Сразу предупреждаю, что для неокрепших умов лучше не смотреть. Посмотрите сначала мои предыдущие части. И, конечно, как всегда, мое изречение – это всего лишь теория, коих тысячи. Но от теории до реальности может разделять всего одна дверь. И я попробую ее немножечко доприоткрыть. Итак, поехали. Вирусы. Вирус – это неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток. Вирусы поражают все типы организмов,
от растений и животных до бактерий и архей. Бактерофаги и фаги. От древнегреческого «пожираю». Вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Чаще всего бактериофаги размножаются внутри бактерий. Как правило, бактериофаг состоит из белковой оболочки и генетического материала одноцепочечной или двухцепочечной нуклеевидной кислоты, ДНК или реже РНК. Вы думали, это фантазии мультипликаторов и режиссера? Нет, ребят, это реально. Вот он, точь-в-точь, как микроробот. Смотрите внимательно. Существует 19 семейств вирусов. Они различаются по типу нуклеиновой кислоты, строению генома и форме. В медицинской практике бактериофаги классифицируют в соответствии со скоростью поражения патогенных бактерий. И название соответственное. Если просто поменять название, не семейство, а модели. Вот один из таких. Бактериофаг Т4. Один из самых изученных вирусов. Бактериофаг, поражающий энтеробактерии, упакованную в выкосоэндрическую головку. Вариан также имеет ствол. Основание ствола и стволовые отростки, 6 длинных и 6 коротких. Дело в том, что некоторые вирусы имеют еще и свою ДНК. Ну, например, вирусы оспы, вирусы герпеса, гепатовирусы, парвовирусы. То есть это микросоздания могут передаваться из поколения в поколение. В ДНК живых организмов все больше обнаруживается следов чужих геномов. Человеческие гены не исключение. Как минимум 8% его генов – это наследство от вирусов. Все они встроились в наш геном более 40 миллионов лет назад и могли весьма сильно повлиять на характеристики нашего вида, в том числе на его умственные способности. Это мнение специалистов в этой области. Вот смотрю я на бактериофаги, и меня не покидает чувство, что это искусственный созданный микроробот. Еще один довод в пользу, что вирусы могут быть мини-роботами, искусственно созданные, то есть не творение Божье. Дело в том, что они не могут размножаться. Вирусы являются облигатными паразитами, так как не способны размножаться вне клеток. Вне клетки вирусные частицы не проявляют признаки живого и ведут себя как частицы биополимеров. От живых паразитарных организмов вирусы отличаются полным отсутствием основного и энергетического обмена и отсутствием сложнейшего элемента живых систем – аппарата трансляции, то есть синтеза белка, степень сложности которого превышает таковую самих вирусов. Даже в официальной пропаганде написано «неживые». Официальная наука практически это признает. Вследствие их малых размеров и неспособности к самовоспроизведению, вирусы часто относят к разряду неживого. Говорят, вирус – это промежуточная форма жизни или нежизни, так как вне клетки хозяина он превращается в кристалл. Ну, это вообще из области нанотехнологий. Далее. Появление вирусов на эволюционном дереве жизни неясно. Некоторые из них могли образоваться из плазмид, небольших молекул ДНК, способных передаваться от одной клетки к другой, в то время как другие могли произойти от бактерий. В эволюции вирусы являются важным средством горизонтального переноса генов, обуславливающего генетическое разнообразие. То есть мы должны одно понять. Неясно ученым, как вирусы появились, и то, что они передаются с ДНК уже миллионы лет. Вирусы обнаружены почти в каждой экосистеме на Земле. Они являются самой многочисленной биологической формой. Вот так вот, ребята, эти маленькие твари портят нам жизнь уже много миллионов лет. Кстати, пишу сейчас текст при высокой температуре. Сам не знаю, где подхватил. Опять какой-то вирус. Так вот, если верить официальной исторической пропаганде за всю историю эволюции человека, эти твари просто портили нам жизнь, косили миллионы людей. Продолжают косить не меньше. Косили миллионы и продолжают косить не меньше. Приносят страдания людям, как душевные, так и физические. Кто сюда занес первый вирус? Как они появились? А если это сделали мы сами? Ну, например, одна из первых цивилизаций на Земле это сделала. Что вы думаете, не может такого быть?
Но так вы глубоко ошибаетесь. Даже сейчас в закрытых спецлабораториях испытывают новые вирусы. Одни люди борются, другие, наоборот, их придумывают. Зачем, скажете вы? Ну, так человек устроен. В глубине души люди мерзкие создания в основе своей. Мы любим уничтожать свой вид. Самые высокие новостные рейтинги – это с войны. Мы просто обожаем, когда наша страна кого-то нагибает. Это же патриотично. Но мы не думаем, что по ту сторону границы живут такие же люди. И это касается абсолютно всех людей и всех крупных стран. Я сейчас именно обобщаю, потому что есть ряд стран, которые управляют мировыми процессами в этом мире. Ну и вы их все прекрасно знаете. Их примерно с десяток, наверное, будет. И основные 3-4 державы. Так вот, сначала мы создали огнестрельное оружие, химическое, атомное и, конечно, вирусное и бактериальное оружие. Генетики уже открыли новые способы увеличения убойной силы такого биологического оружия, как оспа и сибирская язва, путем особой настройки и генетической структуры, комбинируя гены. Однако ученые могут создать такое оружие, которое может вызвать развитие двух болезней одновременно. В конце 1980-х годов советские ученые работали над проектом «Химера», во время которого они изучали возможности объединения оспы и лихорадки Эболы. Вот такие дела, ребята. Что там вирусы человек даже насекомых убийц создал? Всем известные пчелы-убийцы. Так что все может лежать на поверхности. Конечно, обычному, нормальному человеку от жизни много не надо. Создать семью, родить, воспитать детей и встретить старость. Но когда человек на вершине пирамиды, вдруг начинает проявляться некие амбиции. Это испытание, а если точнее, всем известные грехи. Гордыня, тщеславие, зависть, гнев. И судя по тому, что у нас творится в мире, никто испытания не прошел. Я немного отошел от темы. Давайте посмотрим, какие вопросы люди задают на форумах. Вот один из них. А если вирусы не дохнут от антибиотиков, то значит вирусы это роботы? Ответ. Ты почти прав. Вирусы не клеточные формы жизни. Все живое на Земле построено из клеток. А вирусы нет. Они живыми становятся только когда попадают внутрь живой клетки, где начинают бурно размножаться. А если они лежат в окружающей среде, то они имеют форму кристаллов. И не дышат. Не питаются и не размножаются. Люди начинают задумываться. Но это им не мешает опять придумывать все новые машины-убийцы, более совершенные. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Это я о новых нанороботах. Мы не учимся на своих ошибках. Опять мы залезаем в лоно создателя. Вот почему так страшен этот мир. Мы сами создали этот ад. На момент 2016 года нанороботы находятся в научно-исследовательской стадии создания. Некоторыми учеными утверждается, что уже созданы некоторые компоненты нанороботов. Эти существа будут пострашнее любого вируса, я вас уверяю. Как нам описывают все преимущества этих созданий? Сейчас я вам зачитаю. Представьте, что вы идете к врачу за лечением постоянной простуды. Вместо того, чтобы дать вам таблетку или сделать укол, врач направляет вас к специальной медицинской команде, которая имплантирует крошечного робота в вашу кровь. Робот распознает причину вашей болезни, отправляется в соответствующую систему и обеспечивает дозу лекарств непосредственно в зараженной зоне. Ох, как все прекрасно. А теперь откройте статьи бюджета на вооружение и на медицину. У кого больше денег? Кто больше заинтересован в этих нанороботах? Вы что, реально думаете, что правительство стран печется о вас? Они скорее заинтересованы больше в вашей смерти, чем о вашем здоровье. С экранов только кричат. Перенаселение Земли скоро на всех еды и воды не хватит. И под конец я зачитываю небольшой текст. Вполне возможно, что уже через 15-20 лет начнется изменение военно-политической ситуации в мире в связи с появлением военных нанороботов. Такие роботы могут быть практически невидимы человеческому глазу, но на самом деле представляет собой высокотехнологичное устройство, оснащенное автономным источником питания, манипуляторами, системами связи и микрокапсулами с ядом. К примеру, наноробот-комар-убийца, попав в тело человека, ждет приказ.
который может быть отправлен по радио или со спутника, и, получив его, вскрывает капсулу с ядом. Вполне возможно, что в данный момент подобные разработки ведутся в США, к ней также подтягиваются такие страны, как Китай, Израиль, Южная Корея, Австралия, и только начинает набирать темп Россия. Нам надо поторопиться, предупреждают эксперты, ведь тот, кто раньше овладеет нанотехнологией, займет ведущее место в техносфере следующего столетия. Этот прогноз дал еще в середине 20 века отец водородной бомбы Эдвард Теллер. Его предвидения оказались пророческими. Я думаю, апокалипсис неизбежен, и создадут его именно ученые. Горе от ума. С вами Владимир. Всем удачи и пока.